30-й юбилейный турнир по танцам «Одесса Open Cup» объединил более 400 пар со всех областей Украины. В рамках турнира прошел официальный чемпионат страны «Молодежь 2-10 танцев» в составе жюри и чемпионы Европы и мира, а также мастера спорта. Сегодня это уже третье соревнование, которое проходит при поддержке народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Сегодняшнее утро началось с украинского турнира по бальным танцам, продолжилось международным турниром по самбо. Сейчас вот мы находимся с вами на международном турнире также по спортивным бальным танцам. И это очень важно, это очень прекрасно, что Одесса сегодня является центром развития спорта, различного спорта. Начиная от боевых искусств, заканчивая бальными танцами. И сегодня украинская молодежь имеет возможность на различных площадках реализовывать себя, реализовывать свои таланты и развиваться успешно. Именно потому, что в Приморском районе мы имеем правильного депутата по мажоритарному округу номер 135, который именно понимает это и который сегодня дает возможность развиваться не только по Приморскому району, но и в целом городу. Лучшие пары Украины и ближнего зарубежья боролись за первенство в европейской и латиноамериканской программах. Поддерживает Кивалов Сергей Васильевич. Участников более 400 пар с разных концов Украины и городов. В Одессе очень сильная танцевальная школа. И сегодня мы в номинации «Сеньоры», это взрослые люди, утвердили кубок памяти Анатолия Целикова. Он является основоположником развития бальных танцев в Одессе. Згідно єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів Міністерства України у справах молоді і спорту, сьогодні відбувається чемпіонат України вікові категорії «Молодь 2» в програмі 10 танців. В рамках турніру відбуваються відкриті змагання зі спортивних танців класифікаційні у вікових категоріях фінали, юніори, молодь, дорослі та сеньори, стандартні та латиноамериканські програми. Турнир «Одесса Open Cup 2019» становится для его участников путевкой в мир профессионального спорта. Лучшие пары благодаря фестивалю могут стать частью украинской сборной по бальным танцам. Донецкой области, город Краматорск, студия «Данса Империя». Вы знаете, мы ездим очень часто и очень много и по всей Украине. И у нас география турниров от западной до центральной, южной. Вся Украина нами объезжена уже неоднократно. И, к счастью, ребята привозят хорошие результаты, занимают достойные места. У нас в составе уже 6 кандидатов в мастера спорта. Ну, стараемся, развиваемся. Да, ребята? Следующий этап для участников соревнований – выступление в международных турнирах. 5 июля победители будут представлять Украину на Кубке мира в Италии. 2 октября лучшие спортсмены поедут на чемпионат планеты в Китай. А 1 декабря украинских призеров ждут на чемпионате Европы в Тбилиси.